Знамение кровавой луны. Что об этом говорит Священное Писание и как это событие связано с Израилем? Смотрите передачу «Шалом для Израиль» в рамках программы «Влияние» в эту среду, 30 апреля в 6 часов вечера на телеканале «Импакт». Солнце превратится во тьму и луна в кровь, прежде нежели наступит День Господень великий и славный. Среда, 30 апреля, в 6 часов вечера, знамение кровавой луны на телеканале «Импакт».